Да нет, готовились, разбирали соперника, знали, что они переиграли в игру по броскам, по моментам. Ну, наверное, да, все-таки немного пустые были после Лады. Тяжело было как бы достать эмоции себе. Ну, стараться выполнять установку строго. И плюс, наверное, где-то втыкаться, заводить себя, чтобы команда заводилась, ты заводился, шел вперед, как бы. И за счет этого, наверное, эмоции появляются. Весь хоккей состоит из тех, кто реализовал больше моментов, можно всю игру атаковать и проиграть матч. Тут главное, кто больше забьет. Кажется, соперник, видите, дает бой. Мы всем даем бой, так что нужно просто выходить на каждую игру, играть. А там уже в конце будет видно, ну, в конце сезона. Ну, хорошо, что не сбились на такой сумбур. Как бы и наиграли, гнули свою линию, и гол долго не заставил ждать. Ну, сейчас, наверное, кто-то пойдет в зал, позанимается, кто-то потянется, баня. Завтра выходной, послезавтра уже вечером собираемся, и восстановительное мероприятие на льду, на земле, все продолжится.